Я до куров не боюсь, в модераторы сгодюсь. Как двигатель быстро перегревает. И это самое, учтите, если вы влазите в мясорубку, это самое, смотрите, куда вы влазите. В мясорубку? Нет, чтобы со своими не потыкаться. Да это мелочи, можно извиниться потом, ты чё? Да, я понятно дело. Ага, с криком «Мясо!» Мясо толпу, да? Мой враг, не отдам! Я вот до сих пор вспоминаю, как мне Мансур ему ракетами шарахнул. Уже победили почти, в одном звене летим. У меня бац, самолет рассыпается, ну этот, 410-й. И Мансур говорит, что-то я нифига не понял. А я смотрю, летишь, думаю, попаду, не попаду. И он так и попал. Да-да-да, бывало. Ну, я вижу. Может, там пипикало отчасти. Да откуда у вас много? Так люди там, что они тут все делают? Где вообще все? На помощь быстро, убиваю. Кому нет хелп? Да хрен. Да, Данила, а не хелп. Который на штаб пошел. А, не, как его? Все, кирды к вам. К вам летят наши зелененькие треугольнички. Ромбики. Треугольнички. Смотри, какую кнопку нажимаешь. А меня лисичка убил. А там Стив. Стив. Да. Я точка-точка-точка, я вовсе не маска. Сейчас я тебя собью. Прикольно, блин, с Андреем я вверх лечу, ну как так? Кудуцей прикольно сделал. Так. Упал. Ой-ой-ой, что-то как-то я оторвался. Вадичка летит. Как он живой. Тут, он тут такие финты сейчас крутил. Жаль, у меня машина не тянет, а то снимал бы тоже. Ай-яй-яй-яй. Лисичка, хорош фраги выбирать. Привычка уже. Ой, краб какой-то меня врезался. Ты же хочешь закодироваться? Попроси модераторов или Wargaming. Они тебе пока что бан дадут. Да, господи, в чат разработчики и... Пошел. Надо же. Почти выжил. Тихо. Нет, самый простой способ. Напиши письмо сербам. Я вот рисую. Мы знаем, тебя тут, по-моему, уже сбили. А чё, меня ж в середину кидали. А, мы тебя вернули для толпы. Тоже два раза сдох. Блин, чё при помощи-то? Я уже который раз при помощи сбиваю. Сучка, уже шестой фраг настрелял. Да я просто сэр. Пить уже лисичку. Да, надоел, надо сбивать уже. Земля! Вот это точно надо в видео добавить. Какой раз ты уже в землю ловишься? Да блин, я на этой карте вообще только сейчас начал летать. Ну, вернее, землю пробую. Я пробую поверхность. К воду заходишь, раз-раз, такой хоп-хоп, но под трубу. Не, Димас, ну ты же русский человек, пока не пощупаешь, не поверишь. Птичка, 7 фрагов, да, ух. Вот сижу. Такой еще один. А, ну да, уже еще ой, один. Ой, лисичка-краб. Да-да-да. Ладно, отмазка принята. Короче, понятно, после 7 фрага сворачивается игра. Клиент решил, что 7 фрагов тебе уже будут 8 лишний. А зачем, да? Попал.
там за нагонять? Хвостатый прицепился, собака. А, вот он что. Это ты когда меня сбил-то, а? Бегом, не попадете. Все, штаб уничтожен. Так, парни, после этого бой закончится. Вы перекиньте меня в середину, мне надо будет дойти. Давай. Привет, Патрик. Кто там долбит его все? Подожди, ты первый. Если здесь спросить, чем? Ну, по столу. А чем-нибудь хвалиться? Короче, хвастаюсь еще. Это, Мирван, потом настрой на пушку толк. Угу. Я вообще даже коврики покупать. Мягкие, удобные. Хоть как долби, не сможешь, да. Блин, а я так хотел, чтобы немцы победили. Ну и ладно. Тогда Дарк Виски повезет, будут опять советы его любимые. Ты зато лизинь. Выдайте человеку голду, пожалуйста.